Югорчане готовы прийти на помощь жильцам пострадавшего в результате ЧП дома в Нижневартовске. Региональная общественная организация «Центр поддержки семьи» объявила о сборе вещей и предметов первой необходимости для людей, оставшихся без крыши над головой. Их инициатива нашла отклик у жителей округа. Средства личной гигиены, постельное белье, одеяло, подушки и теплая одежда – тот минимум, что может потребоваться пострадавшим. Все это приносят на благотворительный склад организации «Неравнодушные люди». Я всегда говорю, что наши северные люди на самом деле самые теплые, самые горячие, и у них самые такие открытые сердца. Вчера звонили люди с предложением о помощи, и утром звонили, и вот сейчас в течение дня я отвечаю на вопросы, и в нашей группе в социальной сети ВКонтакте, и по телефону люди спрашивают, что нужно. На базе ЖЭО номер 3 развернут консультативный пункт для граждан, пострадавших в результате частичного обрушения дома на Мира 6А. Здесь принимают вартовчан, сотрудники департамента ЖКХ, управления по жилищной и социальной политике. Гражданам доводится информация по поводу предоставления маневренного фонда и социальных выплат. Также сейчас в группе WhatsApp покажем по трем домам, потому что у нас проходила эвакуация с трех домов. В трех домах будет создана группа WhatsApp, где будут включены собственники и вся оперативная информация будет там доводиться. Сюда за помощью приходят те, у кого от имущества практически ничего не осталось, и те, у кого квартиры не пострадали. Некоторые эвакуированные переждали ночь в пункте временного размещения, а кто-то отправился к родственникам или друзьям. Разные истории, но все они здесь из-за одного рокового случая. Я как раз на кухне была, услышала громкий-громкий взрыв и огонь перед окном. Я вообще-то думала, это сверху где-то там рвануло, не под нами. У нас третий этаж, а рвануло уже второй этаж там где-то, да. Вот, но думала вот так. И все, и мы быстренько, я сразу к двери, к входной подбежала, слышу там крики, бегут, все кричат, куда что, все бегут на четвертый этаж. Я думала, это потому что вот ощущение было такое, что где-то сверху рвануло. Я тоже туда на четвертый этаж, вот видите, выскочила в туфлях, накинула вот так на себя и все. Вот. А когда там нет, это там женщина сильно кричала, у нее сын инвалид в этой в квартире один, что ли, был. Потом сказали, нет, не здесь рвануло, а дым, подъезд был весь дым. Вчера позвонил сын, первым делом сказал, что мам, только не переживай, не беспокойся, с нами все в порядке, но у нас взрыв. Взорвался соседний подъезд, там 3 этажа полностью снесло. Ну, естественно, никто пока ничего не знает. Вот они на улицу выбежали, естественно, без документов, в чем были, вот. И как-то так. Как я понимаю, их помещение не пострадало, и все в целом живы-здоровы. Стекло в зале треснуло, а так само помещение, сама квартира-то вроде как нет. Чаты в приложении для общения будут созданы для собственников квартир в домах 6, 6А и 4 по улице Мира. Именно этих людей эвакуировали. Консультативный пункт будет работать до последнего нуждающегося в помощи гражданина. Андрей Мурга, Юлия Кузьмина, Ирик Абдулганиев, телеканал «Самотвор». Госавтоинспектор из Пытьяха оказался в нужное время в нужном месте. В свой законный выходной полицейский выезжал за город. На обратной дороге в километрах в 10 от города мужчина на обочине увидел фуру со свердловскими номерами. Водитель возился с мотором, который, как потом выяснилось, не выдержал северных холодов. Госавтоинспектор помог выяснить причину поломки, нашел жесткую сцепку и погрузчик для буксировки большегрузов в Пытьях. И время было уже темно, мы сходили. Водитель подзамерз. Мы сняли аккумуляторные батареи, приехали ко мне домой, затопила я баньку. Сходил, он отпарился, немножко отогрелся. Вот, покушал. На утро мы поехали в магазин с ним, нашли заглушку, как говорится. Вот, установили, залил он моторное масло, автомобиль мы завели. На следующий день он мне перезвонил, сказал, что благополучно добрался домой. Каждый год, как по традиции, зимнюю дорогу между Зайцевой речкой и Былино открывают самой первой. Ее протяженность всего 14 километров, и она самая короткая в районе. Специалисты все проверили, установили дорожные знаки, и можно сказать, путь открыт. На данный момент разрешенная грузоподъемность автозимника 10 тонн. Со снижением температуры тоннаж увеличится. Зимняя дорога между Зайцевой речкой и Былино очень востребована у местных жителей.
Конечно же, для нас это событие имеет огромное значение. То, что сейчас наши былинцы могут приезжать в Зайцевую речку, могут приезжать в магазины до установки ледовой переправы со стороны города. В магазины к нам в Зайцевую речку, в больницу на обслуживание могут приезжать и выезжать от нас в город Нижневартовск как на своем транспорте, так и, в принципе, пересаживаться здесь на рейсовый автобус, который у нас сейчас уже работает по маршруту Зайцевая речка-Нижневартовск 4 раза в неделю. Всего в Нижневартовском районе в этот зимний период будет оборудовано 5 зимних автодорог и 8 ледовых переправ. Их планируют ввести в эксплуатацию до 25 декабря. Данная зимняя автомобильная дорога является самой короткой, на которой нет ледовых преград. Вот. А самым длинным автозимником является этот зимник белорусский Ларьяк, Ларьяк Чехломей, большой ларьяк, где протяженность его составляет порядка 80 километров, на котором расположены такие реки, как Сабун, Вах, мелкие протоки, как Варватал, река Паста в большом Ларьяке. Это наиболее сложный зимник и наиболее отдаленный. Специалисты напоминают, проезд разрешен только по открытым и введенным в эксплуатацию сезонным дорогам и переправам. Передвигаться в необорудованных местах запрещено. Соблюдайте требования дорожных знаков и не пренебрегайте правилами безопасности. В случае возникновения каких-либо происшествий на сезонных автодорогах обращайтесь в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 41 13 34, 41 13 32 или 112. Эдуард Шарапов, Александр Новик, телевидение Нижневартовского района. Специально для Югра 24. Фильтровальная станция в Нефтеюганске готова на 45%. По информации профильного управления, все идет согласно графику. Сейчас продолжаются строительно-монтажные работы. К слову, сделано уже немало. Так, на сегодняшний день завершено благоустройство, прилегающее к объекту территории, а в помещении готово к работе оборудование первого комплекса для очистки воды. Это 5 модулей интенсивной дегазации и аэрации, 2 компрессорные станции, а также модуль выработки дезинфицирующего вещества. В этих модулях будет вода распыляться и смешиваться с воздухом. При этом будет проходить окисление железа и отдуваться будут, вредные газы, которые содержатся в подземной воде. После этого вода будет поступать на фильтры, где уже выпавшее в осадок железо будет оседать на них. В настоящее время ожидаем поставки рам под фильтрационное оборудование. И основная поставка оборудования продолжится уже на следующий год. Открытая дверь, непристегнутый велосипед, незапертый автомобиль провоцируют злоумышленников на совершение краж. Как не взять, когда вещи, как говорят полицейские, в свободном доступе? Вопрос, конечно, риторический, но заставляет задуматься. Вы знаете, что воры проверяют двери, да, из коридоров, то, что плохо лежит, тоже уносят. То есть надо запирать двери. Мы будем бдительны, да. Ежегодно полицейские проводят встречи в коллективах, беседуют с людьми на улицах, раздают листовки и размещают их на досках объявления. Призывают беречь имущество, рассказывают элементарные правила. Уходя из дома, всегда закрывайте двери на ключ. Обязательно закрывайте все окна изнутри. Если вы проживаете на первом этаже, МВД рекомендует установить решетки на окнах. Как правило, преступники проникают на первые этажи через окна. Если вы потеряли ключи, обязательно смените замок или личинку замка. Запирайте квартиру, даже если вы дома, изнутри. В конце концов, подружитесь с соседями, чтобы они всегда, в случае отсутствия вас дома, могли присмотреть за вашей квартирой. Правила простые и эффективные. А еще не оставляйте дорогостоящее имущество без присмотра. Уезжая с дачи, закрывайте двери на надежные замки. Если есть возможность, установите видеонаблюдение. Не оставляйте сотовые телефоны на столиках кафе. Полицейские говорят, что воруют все. От золота и техники до варенья и солений. Будьте бдительны, призывают стражи правопорядка. Берегите свое имущество. Инна Бугрова, Данил Герцович из Белоярского, специально для телеканала «Югра». Александр Демидов – тот самый волонтер, готовый взять на себя нелегкую и ответственную ношу. Зоозащитник помогает животным уже давно. Те, кто попал в его добрые руки, обрели новых хозяев. Да и у него самого живут 3 дружелюбные собаки, которых он когда-то спас от тяжелой участи. Благодаря поддержке администрации Александр сможет помочь сотням бездомных животных.
помогли во всех документах, во всех оформлениях, вот, деятельности, вот, в оформлении этой организации нашей, Центра защиты животных, верные друзья, помощь была очень огромная со стороны администрации, со стороны отдела экологии и всех работников экологии, допустим, отдела экологии, помогли очень хорошо. Ну а дальше, допустим, у нас сейчас вопрос возникал, если делается что? Определена территория, где есть, размечено все, узаконено все, привезен вагончик, который для начала нужен просто, ну, чтобы вот с чего-то начать, да. Сейчас, допустим, практически решился с забором уже, ну, в том плане, чтобы найти материалы, найти все подходящее для того, чтобы строить забор. То есть в этом плане все хорошо, вот, вопросов нет. И на все вопросы, которые обращался я даже и к депутату Лосеву, допустим, и к нашему работнику администрации, везде шли на встречу. В администрации города рассказали, какие услуги будут оказываться четвероногим. В первую очередь это их реабилитация, лечение и, конечно же, временное и постоянное содержание. Несмотря на то, что на территории города функционирует приют для животных, фонд помощи, точнее, бездомным животным «Дай лапу, друг», при участии заместителя председателя Думы города Лангепаса Сычева Максима Владимировича и предпринимательского сообщества города Лангепаса была создана автономная некоммерческая организация «Центр защиты содержания безнадзорных животных «Верные друзья». Верные друзья ставят перед собой большие задачи. Для их достижения все неравнодушные жители нашего города сплотились. Сара Тураева, Олег Басарыгин, Даниил Диянов. Наши города. Школьники Югры учатся создавать технологические стартапы. Занятия в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» проходят в учебных заведениях нашего региона. В этот раз они посвящены видеотехнологиям. Ученикам в игровой форме рассказывают об этапах создания собственного уникального продукта. В Министерстве просвещения России отметили, что работа по привлечению подростков в IT-сферу должна выстраиваться во взаимодействии школ, педагогов, родителей, а также крупнейших предприятий страны. Практическому этапу Олимпиады предшествовал тур по знанию теории. Сложнее было сдавать теорию, потому что практику вообще зачастую все сдают хорошо. Там может быть абсолютно что угодно. И связанное с каким-то оборудованием, с инструментами, там, с материалами. Бывает про экономику, бывает про дизайн, технологии, бывает что-то про компьютерные технологии. То есть очень-очень широкий спектр, очень много всего. На практическом этапе юноши занимались механической деревообработкой, но перед тем, как встать за верстак, каждый получил задание. Сегодня нужно изготовить рукоятку для слесарного и столярного производства. И здесь мало знать теорию технологии. Нужны знания по физике и информатике. Ведь главное – попасть в размеры чертежа. Обычно, как практика показывает, то есть соблюсти габаритные размеры. Длину, ширину, там, диаметр, пазы. Качество выполнения шлифования, поверхность, то есть как они отшлифуют, выточат, совпадет ли это с чертежом. А мы оцениваем по размерам. Самое главное, чтобы плюс-минус 1 миллиметр допуск он попадал. Тимофей Шумихин сидеть без дела не привык. К Олимпиаде семиклассник готовился заранее. Будет защищать проект по созданию чаши для фруктов с символикой нашего края. На воплощение идеи Тимофею потребовалось около 30 часов. По чуть-чуть в день приходил, делал, клеил, шлифовал, точил. Подобрал сначала идею, под идею уже основывалась сама чаша. Полярная звезда – символ в Сибири, можно так назвать. Защита творческого проекта – последний тур муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии. Именно этим он отличается от математики, русского языка, биологии и другим, которые предполагают всего один этап. Но несмотря на многозадачность предмета, эту дисциплину с каждым годом выбирают все больше ребят. У нас участвует 17 девочек в этом году, принимают участие, и 12 юношей. Наибольшее количество учеников – это обучающиеся 7-8 классов. В прошлом году у нас основные участники были из городских школ. В этом году у нас спектр школ расширился и принимают участие дети из Алябинской школы, из Зеленоборской, из Пионерской школы.
Школьники, показавшие лучшие результаты, пройдут на региональный этап интеллектуальных состязаний. Напомним, что в этом году советчанин Алексей Акмулин стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии, что позволило выпускнику успешно поступить в ВУЗ на бюджетное место. Гала Рублевская, Владимир Щекалев, телеканал «Первый советский». Олег Пискунов из Сургута в бизнесе не новичок. 7 лет назад он открыл футбольную школу «Искра», в которой сейчас занимаются 400 юных спортсменов. На Югорский предпринимательский форум Олег приехал в качестве финалиста конкурса «Молодой предприниматель Югры». Сегодня расширять сферу спортивных услуг бизнесмену помогают знания, которые он получает при поддержке фонда «Мой бизнес». Ну, я был в школе социального предпринимательства, проходил обучение, также акселератор, проходил в 2021 году. То есть в основном образовательными мерами поддержки, то есть которые помогают в знаниях, в решении каких-то трудностей, с которыми сталкиваешься постепенно, и не хватает где-то компетенций. Конкурс «Молодой предприниматель Югры» проходил уже в 11-й раз. За это время его участниками стали более 1500 югорчан. Из 150 заявок в этом году до финала дошли 33 участника. Все они прошли интенсивное обучение, прокачивая свои бизнес-проекты, чтобы представить их жюри. И самое главное – повысить эффективность своего бизнеса. У предпринимателя очень важная составляющая – это признание. То, что он, его работа, его команда – она лучшая. Поэтому конкурсные процедуры у нас обязательны в таких мероприятиях. Поэтому проводим конкурс на лучшего молодого, лучшего социального предпринимателя, лучшего социального поставщика. В рамках Югорского предпринимательского форума были подведены итоги первого акселератора креативных индустрий. Его участниками стали 256 югорчан. Раиля Баисламова, художник-декоратор из Ханты-Мансийска, представляла свою студию «Рельеф». Девушка – предприниматель со стажем, но сейчас она взглянула на бизнес по-новому. Во время работы на акселераторе у нее появилась команда, а благодаря фонду «Мой бизнес» Раиля начала работу с наставником. Акселератор, конечно же, это некий пинок волшебный, который нас мотивирует. Вот эту всю креативность, которая у нас есть в голове, структурировать, то есть то, чего мне до этого не хотелось сделать, здесь я сделаю. С финалистами конкурса «Молодой предприниматель Югры» встретилась губернатор региона Наталья Комарова. Она вручила победителям дипломы и денежные сертификаты. Общий призовой фонд составил 550 тысяч рублей. Эти средства победители направят на развитие своего бизнеса. В Нягани насчитывается более 2500 самозанятых. Второй год подряд муниципалитет оказывает различные меры поддержки таким горожанам. Сегодня те предприниматели, которые у нас были в тени, даже те физические лица, которые были в тени, но оказывали услуги практически незаконно, они сегодня самозаняты и работают вполне на законных основаниях. Та лавка ремесленников, которая у нас сегодня есть, которые получили имущественную как раз поддержку. Это у нас предприниматели Варенковы, они у нас успешно развиваются. Они занимаются сувениркой, они занимаются ковкой изделий. Они сегодня работают в нашем городском парке. То есть из просто такой идеи маленькой заниматься сувенирной продукцией, они растут, растут и растут. В лавке ремесленников трудятся около 10 сотрудников. Все они имеют статус самозанятый. В этом году один из мастеров получил имущественную поддержку от администрации города. В новом помещении рукодельники сделали ремонт своими силами. Площадь мастерской 16 квадратных метров. Любители хендмейда проводят здесь и мастер-классы. Кроме того, ремесленники продолжают производить товары ручной работы из дерева, кожи, гипса, керамики и даже железа. Я индивидуальный предприниматель. У меня зарегистрированные ИП, а все остальные мастера, они имеют статус самозанятых. Они отчитываются за свои доходы самостоятельно и производят, соответственно, свою продукцию. Единственное общее, что нас объединяет, это реализация совместных изделий. И также мы проводим совместно большие мероприятия событийные. Теперь выводить свой бизнес из тени физические лица могут с новым статусом самозанятые. Налогоплательщики могут оплачивать налог от самостоятельной деятельности по льготным ставкам. Это позволяет многим нягонцам законно вести свой бизнес, а также получать доход от подработок без рисков на получение штрафов за нелегальную предпринимательскую деятельность.
Вязание здесь не просто способ релаксации творческого самовыражения. Больше месяца участницы кружка по трудотерапии комплексного центра социального обслуживания населения изготавливали теплые вещи, чтобы поддержать мобилизованных югорчан. Это общие наши дети, чтобы им было тепло, чтобы они знали, что мы с ними, что за них переживаем. В акции «Подари тепло защитникам» участвовали городские пенсионеры, среди которых серебряные волонтеры, а также получатели социальных услуг. Бабушки связали более 30 изделий – носки, шапки, варежки и другое. Отметим, что комплексный центр социального обслуживания населения не остается безучастным к общим благим делам. Наш центр очень часто принимает участие в благотворительных акциях, практически в каждой благотворительной акции. Мы не проходим мимо, потому что мы стараемся помогать нашей стране, нашим людям. Все связанные вещи были отправлены в пункт приема гуманитарной помощи. Александра Плескач, Данил Герцович из Белоярского, специально для телекомпании «Югра». Дарить подарки тем, кто в этом нуждается, у супругов Даутовых традиция семейная. Раньше они часто помогали детскому дому, сегодня участвуют в акции «Елка добра». У меня есть ребенок, и, соответственно, я знаю, как дети любят подарки, как верят в чудеса, и поэтому мы по возможности решили и другим детям организовать праздник. Мы решили купить детские сладкие новогодние подарки, так как нам сказали, что возрастная группа детей от 3 до 7 лет, то есть уже такие дети, они любят сладкое, им уже можно кушать сладкое, поэтому решили подарить именно сладкие наборы. Акция «Елка добра» проводится во всех образовательных организациях Нягани. Подарки, собранные родителями школьников и воспитанников детских садов, будут отправлены дошкольникам в Макеевку. Семья Даутовых – одна из первых, кто задала тон новогоднему чуду в детском саду «Рябинка». Это уже вторая партия новогодних подарков, из упаковок которых можно вырезать игрушку или смастерить кормушку. Хотелось бы сказать огромное спасибо не только родителям, но и сотрудникам детского сада. Они активно откликнулись. И видите, результат не застал себя ждать. Но я думаю, что у нас еще пополнятся наши полочки, потому что у нас еще впереди почти 2 недели, и мы сможем сделать новогоднее настроение деткам Макеевки. Тяжело им сейчас в такой ситуации, но Новый год должен быть, и он должен состояться, несмотря ни на что. Акция «Елка добра» для маленьких жителей Макеевки была организована не случайно. 3 дошкольных учреждения Нягани с сентября начали сотрудничать с детскими садами Донецкой Народной Республики, оказывая методическое сопровождение. Так педагоги образовательной организации «Веснянка» еженедельно созваниваются с заведующей детского сада «Клубничка», узнают об обстановке и маленьких воспитанниках. Дарья Николаевна, а вот такой вопрос. Скажите, у вас до сих пор такая ситуация, что ребятишек еще в детском саду нет? Сейчас пока нет. До сих пор. Но мы, естественно, все ответственно дадим детям и распределим. Мы получили вашу посылку, вашу оплату. Составляет уже 30 письмо вам. Несколько дней назад педагоги Центра развития ребенка «Веснянка» отправляли коллегам в Макеевку гуманитарный груз. Сегодня коллектив и родители присоединились уже к новогодней акции, которую организовал Комитет образования и науки Нягани. Суть мероприятия в том, чтобы подарить радость и тепло самым маленьким жителям Макеевки и не оставить детей без новогоднего праздника. Елена Куксаус, Евгений Несмеянов, Няганский телеканал, специально для телеканала «Югра».